Хорошо, сейчас. Так, машину проверим, чтобы она у нас холодная была. Минус 2,4 у нас двигатель. Подсоединяем сначала минус. Контакт. И плюсовой контакт. Так, теперь далее подключаем его, наш штекер. Подключаем. И нажимаем кнопку Power на одну секунду. Загорается Power. И теперь 3 секунды держим M. Power такая. О, все. Теперь можно пробовать. Заводи. Ну да, давай, заводи. Ну, может быть, плохой контакт. Надо будет поштрыбать контакт. Плохой контакт. Плохой контакт. Давай еще поштрибаем. Давай. Нету контакта, я выключил, да, сейчас. Включаем еще. Так, есть, давай. Немножко, конечно, хуже, чем с родного аккумулятора, но на холодную полностью вы видели. И автоматически выключил. Слушай. Давай еще раз. Вот, еще раз попробуем. Давай. Все, нормально, Джан. Так, друзья, пробуем заводить на холодную пыжик. Бензин. Двигатель не прогрет, даже не запущен. Машина с утра стоит. 0-0, как видим. Тоже снимаю плюсовую клемму. Подключаю сначала минус, потом плюс. Главное, надежный контакт. Теперь плюсовую. И теперь точно так же подсоединяем устройство, включаем, жмем power, загорается. И, но power нужен только если мы прикуриваем, а если мы без аккумулятора, то надо еще ждать in action. Вот, загорелось. И ну, подержи, пожалуйста. Так, и я иду заводить. Как видим, друзья, она автоматически отключается. Никаких проблем, в принципе, нету. Но так я не рекомендую без аккумулятора заводить, потому что от генератора идут большие у нас помехи по сети. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И видите, такая вот штучка, даже не особый мороз, но 2,5 Жигули мы завели, 0 Peugeot мы завели. Я думаю, что при минусовой температуре, в принципе, точно так же сможем завести. Всего хорошего, до свидания.